Беседа 20. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Первая глава, 43-44 стихи. А тут сразу пошли. От всякого труда есть прибыль. Притча 14:23. Говорит книга притчи. Но Христос еще нечто большее внушает нам, когда говорит: «Ищущий находит» Матфея 7:8. Поэтому мне и кажется удивительно, как Филипп последовал Христу. Андрей последовал, услышав о Христе от Иоанна. Петр – от Андрея, а Филипп ни от кого ничего не знал о нем. Но как только Христос сказал ему: «Иди за мной», Филипп немедленно повиновался ему и не только не оставил его, а еще сделался проповедником о нем для других. Поспешив к Нафанаилу, Филипп говорит ему: «О нем же писал Моисей в законе и пророки». Стих 45. «Видишь ли, какую озабоченную имел он душу, как часто размышлял он о том, что писал Моисей, и как ожидал пришествия Христова». Слово «обрели» показывает людей, которые постоянно ищут. Утром изошел Иисус в Галилею. Он никого не призывает к себе прежде, чем кто сам присоединится к нему. И это делать не просто, но по свойственной ему мудрости и разуму. Если бы никто не приходил к нему добровольно, а сам он привлекал к себе каждого, то, может быть, после они оставили бы его. Но как они сами решились на это, то и оставались уже тверды в своем намерении. Но Филиппа он призывает как человека более других, известного ему. Рожденный и воспитанный в Галилее, Филипп, конечно, знал Христа более других. Итак, приобрев одних учеников, Христос идет на ловлю других и привлекает к себе Филиппа и Нафанаила. Обращение ко Христу Нафанаила не так удивительно, потому что слух о Христе проносился по всей Сирии, как удивительно обращение Петра, Иакова и Филиппа. Не потому только, что они уверовали прежде, нежели видели чудеса Иисуса Христа, но и потому, что они были из Галилеи, откуда ни один пророк не приходил, и не могло быть ничего доброго. Стих 46. Так как галилеяне были народ необразованный, дикий и грубый. Между тем, Христос явил свою силу и здесь, избрав от земли, не приносившей никакого плода, достойнейших учеников. Итак, вероятно, Филипп последовал за Христом, увидев и спутника Петра, и услышав о Христе от Иоанна. Вероятно, также и глаз Христов произвел в нем свое действие. Христос знал, кто будет для него благопотребен, но евангелист все это опускает. Филипп знал, что Христос имел прийти, а что Христос есть Иисус, этого не знал. Я же думаю, что он слышал это или от Петра, или от Иоанна. Евангелист называет и селение Филиппа, чтобы показать, как Бог избрал немудрое мира. 1 Коринфянам 1:27. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Но мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Стих 45. Это он говорит для того, чтобы сообщить своей проповеди достоверность, ссылаясь на Моисея и пророков, и тем побудить слушателя к вниманию. Нафанаил был человек точный и во всем дознавал истину, как это и Христос засвидетельствовал, и самое дело показало. Поэтому Филипп хорошо сделал, что отослал его к Моисею и пророкам, чтобы таким образом расположить Нафанаила к принятию того, о ком он проповедовал ему. Если же Филипп называет Христа сыном Иосифа, то не смущайся, в то время еще считали его сыном Иосифа. Но откуда видно, Филипп, что он тот самый, о ком писал Моисей и пророки? Какое ты дашь нам доказательство? Одного словесного свидетельства недостаточно. Какое же видел ты знамение? Какое чудо? Ведь в таких делах небезопасно верить, просто без доказательств. Какое же у тебя доказательство? То же, что и у Андрея, отвечает нам Филипп. Как Андрей, не имея сил изобразить богатство, которое нашел, не находя слов описать это сокровище,
ведет брата к тому, кого нашел. Так и Филипп не говорит Нафанаилу, почему Иисус есть Христос и как предвозвестили о нем пророки, но влечет его к Иисусу, зная, что он не отступит от Иисуса, лишь только вкусит его слов и его учения. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавств». Христос похваляет и превозносит Нафанаила за то, что тот сказал: «От Назарета может ли быть что доброго?» А не следовало ли бы осудить его за это? Нет, это не были слова неверующего, и не обвинения заслуживали, а похвал. Как и почему? Потому что он более Филиппа сведущ в пророчествах. Он знал из Писаний, что Христу надлежит прийти из Вифлеема и из селения, в котором был Давид. Это мнение господствовало между иудеями, да и пророк издавна предвозвестил, сказав: «И ты, Вифлеем Ефраса, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Михея 5.2. Поэтому Нафанаил, когда услышал, что Христос явился из Назарета, то смутился и пришел в недоумение, находя весть Филиппа несогласную с предсказанием пророческим. Но посмотри, как Нафанаил и при недоумении своем благоразумен и умерен. Он не сказал тотчас же: «Ты обманываешь меня, Филипп, и лжешь! Я не верю, не пойду! Я знаю из пророчеств, что Христу надлежит прийти из Вифлеема, а ты говоришь: из Назарета. Это не Христос!» Нет, ничего такого Нафанаил не сказал. Что же? И он идет ко Христу. И с одной стороны, не соглашаясь, что Христос пришел из Назарета, показывает таким образом и основательное знание Писаний, и осмотрительность в поступках. С другой же стороны, не отвергает совершенные вести Филиппа, и тем обнаруживает свое сильное желание пришествия Христова. Он только думал, что Филипп ошибочно указал место пришествия. Обрати внимание и на то, с какой осторожностью он выражает свои сомнения в виде вопроса. Он не говорит: «Галилея не производит ничего доброго», а так: «От Назарета может ли быть что доброго?» Но и Филипп был очень благоразумен. Встретив возражение, он не досадует, не оскорбляется, а только стоит на своем, желая привести этого человека к самому Христу, и с самого начала показывает себе твердость духа, свойственную апостолу. Потому и Христос говорит: «Все воистину израильтянин, в котором нет лукавства». Может, конечно, быть и лжив и израильтянин, но этот не таков. Говорит: «Его суд беспристрастен, он не высказывает в своих словах ни приязни, ни неприязни». Правда, иудеи на вопрос, где родился Христос, отвечали: «В Вифлееме». Привели и свидетельство: «И ты, Вифлеем, наименьший из воеводств иудиных». Но они свидетельствовали об этом еще прежде, чем увидели Христа. А когда увидели, то по зависти скрыли это свидетельство и говорили: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем, откуда он». Иоанна 9.29. А Нафанаил поступил не так, но какое мнение о Христе имел сначала, при том и остался, именно что он не из Назарета. Почему же пророки называют его Назареем? Потому что там было место его воспитания и жительства. Но и Христос не хочет сказать Нафанаилу: «Я не из Назарета, как возвестил тебе Филипп, а из Вифлеема». Не для того, чтобы с самого начала не навести сомнения на свои слова. Кроме того, если бы он убедил Нафанаила в этом, это еще не было бы достаточным доказательством, что он именно есть Христос. Почему бы он, и не будучи Христом, не мог произойти из Вифлеема, подобно другим людям, там родившимся? Итак, это Христос оставляет, а делает то, что наиболее могло привлечь к нему Нафанаила. Именно, показывает, что он присутствовал при беседе Нафанаила с Филиппом. Когда Нафанаил спросил его: «Откуда меня знаешь?», он говорил ему: «Прежде, нежели познал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Стих 48. Вот человек твердый и постоянный. Когда Христос сказал
все воистину израильтянин, он не надмился от этих похвал, не увлекся одобрениями, но стоит на своем, еще с большим старанием отыскивая и испытывая истину, чтобы узнать что-нибудь верное. Итак, он еще испытывает, как человек, а Иисус ответствует, как Бог. Прежде, говорит, видел тебя. Знал он и прежде благонравие Нафанаила, не как человек, следовавший за ним, а как Бог. И ныне видел тебя под смоковницею. Когда никого там не было, а был только Филипп и Нафанаил, и между собою об этом говорили. Поэтому и сказано, видев грядущего его, сказал о нем, все воистину израильтянин. И так сказано с целью показать, что Христос высказал эти слова еще прежде, чем приблизился Филипп, чтобы такое свидетельство было несомнительно. Для этого он назвал и время, и место, и самое дерево. Если бы он сказал только «прежде чем Филипп пришел к тебе, я видел тебя», то его могли бы подозревать, не сам ли он подослал Филиппа, и таким образом в его словах не нашли бы ничего важного. Но когда он указал и место, где был Нафанаил, когда приглашал его Филипп, и название самого дерева, и время разговора, тем он показал себе несомненную прозорливость. Но Христос не только обнаружил свою прозорливость, но еще и иным образом вразумил Нафанаила. Именно, привел ему на память сказанные им тогда слова «От Назарета может ли что доброго быть?» И тем еще более благорасположил его к себе, равное тем, что за такие слова его не только не осудил, но еще похвалил и превознес. Потому Нафанаил и отсюда уразумел, что воистину Христос, то есть как из его прозрения, так и из того, что Христос в точности узнал его мнение, и тем показал, что он знал и сокровенное в душе его, притом не только не осудил его за высказанное им свое мнение, но и похвалил, что Нафанаила пригласил Филипп, о том Христос сказал, а что он говорил Филиппу и Филипп ему, о том умолчал, предоставив то его совести и не желая больше изобличать его. 134. Что же, неужели Христос увидел Нафанаила только пред тем, как пригласил его Филипп, а до того времени не видел его оком неусыпным? Видел, и этому никто не станет противоречить, но в то время надлежало сказать только то, что нужно было. Что же Нафанаил, получив несомненное доказательство предведения Христа, он исповедал его, и как прежде своей медлительности показал осмотрительность, так теперь в своей уступчивости показал благомыслие. Он так отвечал Христу, «Рави, ты есть Сын Божий, ты есть Царь Израилев». Стих 49. «Видишь ли душу, внезапно пришедшую в восторг, и своими словами объемлющую Иисуса? Ты, говорит, желаемый, ожидаемый. Видишь ли, как он изумляется, дивится, прыгает и скачет от радости? Так должно радоваться и нам, сподобившимся познать Сына Божия, не только радоваться в душе, но и в самых делах своих выражать радость. А что свойственно радующимся? Веровать тому, кого познали, а верующим делать то, что ему угодно. Если будем делать то, что прогневляет его, откуда будет видно, что мы радуемся? Не видите ли и в домах, когда кто принимает желанного гостя, с какой радостью он все делает? Всюду бегает, ничего не щадит, хотя бы нужно было издержать все, что у него есть, лишь бы угодить гостю. А если бы кто, пригласив к себе гостя, не стал угождать ему, не старался успокоить его, то хотя бы тысячу раз говорил, что радуется его посещению, никогда гость ему не поверил бы. И справедливо, так как радость надобно показать на деле. Итак, когда и Христос пришел к нам, покажем, что мы радуемся, и не будем делать ничего, что может оскорбить его. Украсим дом, в который он пришел, это свойственно радующимся. Предложим ему трапезу, какую он сам хочет, так свойственно веселящимся. Какая же это трапеза? Он сам говорит. «Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4:34. Напитаем его, алчущего,
напоим его жаждущего, подай ему только чашу холодной воды, он и это примет, потому что любит тебя. Приношения лиц любимых, как бы малы ни были, велики кажутся любящему. Только не покажи нерадения, повергни пред ним две лепты. Он не отвергнет и их, но примет, как большое богатство. Он не имеет недостатка ни в чем, и принимает это не по какой-либо нужде. Поэтому и справедливо измеряет все не мерою даваемого, но расположением дающего. Только покажи, что любишь этого гостя, что стараешься все для него сделать, что ты рад его посещению. Посмотри, какую любовь он имеет к тебе. Он пришел ради тебя, душу свою положил за тебя, и после всех этих благодеяний не отказывается еще и упрашивать тебя. По Христе молим, говорит апостол. От имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Но кто же, скажешь ты, столько безумен, чтобы не любить Господа своего? Это и я говорю и знаю, что никто из нас не отречется от этого на словах и в мыслях. Но тот, кто любим, хочет, чтобы любовь к нему обнаружилась не на словах только, а и в делах. Говорит, что мы любим, но не делать этого, что свойственно любящим, это смешно не только в отношении к Богу, но и к людям. Итак, если исповедовать на словах только, а в делах показывать противное, не только бесполезно, но и вредно для нас, то я умоляю, будем выражать свое исповедание в делах, да удостоимся исповедания и от самого Господа в тот день, когда Он исповедает достойных пред Отцом Своим. Умоляю о Христе Иисусе Господе нашим, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.